Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Журнал «Популярная механика» оценил российскую разработку новой атомной подлодки. Авторы статьи в издании «Популярная механика», на материал которых ссылается Правда.ру, утверждают, что Россия работает над созданием новой атомной подводной лодки. Журналисты сообщили, что новая субмарина получит название «Лайка» и станет первой атомной российской подлодкой за почти полвека. В материале «Популярной механики» отмечается, что разработка российской лодки ведется с нуля, ну или чистого листа. По мнению автора статьи, эти лодки будут оснащены самыми передовыми технологиями, а также будут иметь нестандартную и совсем непривычную внешность. Как и СССР, Россия считает подводный флот крайне полезным инструментом в соперничестве с Западом, поскольку он представляет огромную угрозу американским авианосцам и угрожает судоходству противника, цитирует статью «Популярной механики» Правда.ру. Подводя итог, авторы подчеркивают, что несмотря на то, что российский подводный флот и так один из самых крупных и мощных в мире, Москва постоянно продолжает использовать все возможности для того, чтобы сделать его еще сильнее. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.